Прозвенел первый звонок. Он оповестил школьников о начале нового учебного года. Красивые и нарядные, с букетами цветов, пришли они в этот день поздравить своих педагогов и одноклассников с Днем Знаний. В 4-м Г-классе, средней школы номер 7, 1 сентября началось с классного часа, посвященное 50-летию города Видное, где ребята не только знакомились с историей родного края, но и все вместе пели. Знания бывают разными. Кто-то говорил об истории создания города, а кто-то овладевал полезными знаниями о безопасности жизни. Для пятиклассников этой школы сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций провели урок противопожарной безопасности. Что такое у нас пожар? Ну, не стесняйся, говори. Огонь – это неконтролируемое горение, которое происходит в результате действия или бездействия человека. В обеспечении безопасного жизненного пространства для своих детей мы нуждаемся каждый день. Дети в силу возраста не могут себя защитить. Эта задача ложится на плечи взрослых. И если ребенок вовремя получит предупредительную информацию, то многие проблемы, связанные с опасностью, можно избежать. Но немаловажно подать эту информацию интересно. Данное мероприятие проводится с помощью викторин, конкурсов, показов телесюжетов разных, в том числе мультипликационный материал используется и разные ролики в области пожарной безопасности. Ребята все усвоили и теперь знают, как действовать при пожаре. Ты знаешь, как вести себя при пожаре вот теперь после этого урока? Да, надо позвонить на номер 112, сказать свой адрес, имя и фамилию и объяснить, что произошло. Еще школьники сами мастерят методический материал к этим урокам и показывают свои знания на областном уровне. У нас систематически проходят конкурсы рисунки, конкурсы поделки. Ребята сами своими руками все создают, сами рассказывают об этих правилах. Наша команда «Огнеборцы», есть в школе команда «Огнеборцы», которые участвуют на областных соревнованиях, были призерами областных соревнований. У нас есть и кубки, и грамоты. То есть ребята настолько заинтересованы этому, они получают новые знания. С малого начинается большее. После таких уроков школьники даже определяются с профессией. Многие выпускники поступили в высшую школу МЧС. Елена Бабина, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.